Ну да, вы что тебе? Ну что ты? А? Все хорошо. Ну здесь хорошо. Рассказывай, как было. Пришли от подружки домой, перестали стрелять первый раз. А перед этим стреляли, да, сильно? Долго? Долго, минут 20. Потом убежали домой, начали опять стрелять. И попало. Ну давай, Лава Республики, привет. Если надо, поможем. Не переживай. Вы в детскую, да, поехали? Ну давай. Все, давай, чек лево. Скажи, пожалуйста, что случилось, во сколько, где? Вчера мы гуляли на Мичурино, там, в стороне, вот, на ближе к Краснодонске, к самому дому. Начался арт-обстрел, мы побежали домой к моей подружке, посидели в хате. Потом перестали стрелять, мы пошли домой ко мне. Пока мы сбежали, начали опять стрелять, мы бежали домой, и как раз на Боткина, рядом с моей улицей, рядом с моим домом, мне попал в ногу. Получается, осколок, да? Нет, там пуля. А что за пуля? Вытащили? Осколок вытащили. Осколок? Вытащили, народное дело. Как себя чувствуешь? Как врачи? Все хорошо. Так врачи говорят, скоро выделишь. Недельку надо поезжать, чтобы он выживал. Кость не задели, задели? Нет, не задели. Ну, слава богу. С друзьями сильно испугались? Да, достаточно. Часто у вас стреляли? Последнее время до 4. Последнее время это как месяц? Неделя. Нет, 4, 5. Каждый день?